Три. Ну вот, вас уже трое, да? Нет? А, еще маленький ты, да? Еще ты, да, тоже сыграл? Я шестой. Ты не сыграл? Я шестой. А, ты шестой? Я шесть. То есть сейчас тебе это восхищение будет. Это надолго, конечно, но все это. Ты какой? Первый? Молчи пока. Ты какой? Ты не участвовал. Ты какой? Третий? О, приходи к нам сюда. Сейчас твоя команда, и ты, конечно же, готовится. А Павел Кобылин, третье место в сборной Кубка Рубика ногами. Отлично, вот девушка, видимо, этого ждали. Ну что, сейчас, я думаю, девочки, вот этот как бег наладят, и уже пойдет побыстрее. Давайте не будем, ладно, вместе выходить. Кто-то готовит следующую позицию, кто-то один рукой. Итак. Второе место. Кто? Маришис? Серьезно? Да. Ну покажи. Ну покажи, как делала примерно вот так вот. Маришис, второе место. Сборка Кубка Рубика ногами. Отлично. Теперь у меня есть фильм, которым я буду сыграть ногами. Ну и на первом месте у нас... Ренат Кургалин. Казахский, да? Молодец. Ну молодец. Только эту дисциплину уберу скоро, ладно? Так что больше ее не тренируй. Общее фото. А, стоп, медали, да, согласен. Ну что, общая плота? Отлично, свободно, участники. Следующая дисциплина. Сборка кубика на коричневых ходов. У нас 55 вот серия специальная. Целых 3 часа соревнований было отведено на эту сборку на количество ходов. А, ну что, понравилось вам собирать на количество ходов-то? Да, лучше пятерку собрал бы ваш, но нет. У нас младшая серия. Итак, третье место. Мне нужно показывать графу, чтобы я видел. Иван Прокашов, что ж ты стоишь? Третье место. Можно их аплодировать, конечно же. С результатом в 34. Ходом в среднем времени Иван закончил попытку. Итак, второе место Алексей Кисловский, тоже 34, но чуть-чуть побыстрее в среднем времени. Это столько, конечно, столько ходов понадобилось ребятам для того, чтобы собрать кубик Рубика за один час. Ну и на первом месте интрига, да, друзья? Первое место. Александр Безнога. 27-33. Это как? Элементарно, да? Молодец, Александр. Общая фото. Казань, Питер, Москва. Три столицы нашей России сейчас вам будут представлены. Пожалуйста. Да, вообще-то Казань это тоже третья столица. И не спорьте. Итак. Следующая номинация, ребята, можете быть свободными. Алексей Кисловский, не уходи далеко. Третье место. Мультиплайн. Сборка нескольких, множества, точнее сказать, кубиков Рубика. Алексей Кисловский. Леша, мы просим тебя снова немножечко пофотографироваться с нами. Вот девочки вручают медали, сертификаты. Отлично. Второе место. Так. Полина Лаптева. Удивительно, удивительно. Я думаю, что можно громче поаплодировать. Девочка, по-моему, сколько ты, 13 кубиков собрала? 12. 12, еле как вспомнила. Вот как ты собирала, она хорошо собрала, а сейчас уже не помню. Итак, Григорий, прошу остаться. Да. Прошу остаться, да, тебя, Григорий. Потому что мы награждаем тебя за первое место в сборке Кубка 5 на 5 на 5.
Слепой тоже. Отлично. Все, Григорий, мы тебя пока отпускаем. Следующая дисциплина. Сборка 4-4-4 вслепую. Она, оказывается, тоже была. Полина Ланцева, третье место. Прошу. Молодец. Долго училась? Скажи честно. Опять не помню. Ладно. Второе место. Итак, старт, да, цепочки не вылетают. Второе место. Алексей Кисловский. Сборка кубика 4-4-4 вслепую. Отлично. Ну и первое место Григорий Алексеев. С результатом 2 минуты 2 секунды справился с 4-4 вслепую. Похвально. Григорий, скажи нам, какой ты в Европе? Второй. Второй в Европе. Это а в мире? Не помню. Ну ладно, хорошо. Отличный результат, в общем говоря. Можете ли зреть европейский уровень у нас вот, в соревновании. Спасибо вам, ребята. Итак, следующая дисциплина. Бира Мин Сью. Бира Сью. Нет такой пока головки. Сью. Алексей Кисловский, третье место. Все, спасибо тебе, Алексей. Итак, второе место. Миша Глазов. 4 секунды 30 сотых понадобилось в среднем времени Михаилу для того, чтобы справиться со Сьюом. Отличный результат. Ну и первое место, конечно же, занимает... А кто угадает? Бесногов Александр. Угадал? Отлично. Молодец. Получает свой сертификат. Отлично. Общие фото, ребята. Общие фото, скорее, наверное, больше для вас самих. Просто чтобы вот почувствовать, что вы стоите на пьедестале, ну, которого тоже нет. Спасибо, ребята! Вы свободны. Итак, пока ребята решают, что же будет на следующей дисциплине, скажи нам, пожалуйста, тебя как зовут? Настя тебя зовут. Ага. Ты что-то умеешь собирать? Ничего. А ты что приехал к нам на соревнование? Помочь с награждением? Спасибо, вот это самоотдача, вот это я понимаю. Из Москвы приехал для того, чтобы помочь с награждением. А награждение у нас будет за дисциплину 4-4-4. Обычная классическая сборка. Тимур Фролов, третье место. Тимур Фролов, он, кстати, еще главный организатор соревнований. Я никогда не устану, я его напоминаю. Второе место. Алексей Кисловский. Сборка 4-4. Это тебе. Ну и как ни странно, первое место занял я. Да, у меня не всегда трясутся руки, как вы только что, может быть, видели на финале. Спасибо большое. Можно поаплодировать? Теперь я понимаю, насколько глупо стоять здесь, когда с вами не фотографируют. Молодой человек с фотоаппаратом. Хотя бы сделайте ей, пожалуйста, ладно? Чтобы просто приятно было участникам, что их кто-то фотографирует. Спасибо. Все, свободны всем. Итак. Следующая номинация. Сборка кубика 2x2x2. Одна из самых престижных номинаций и дисциплин. И третье место в этой дисциплине занимает Иван Каргашов, прямиком из Москвы. Никогда не устану напоминать это, потому что Москва это бренд. Спасибо тебе, Иван, за то, что приехал. Второе место. Александр Безногов. Питер. Кстати, тоже бренд. Это 2x2x2. Ты в ней молодец. Вот сейчас получишь медальку. Итак, и первое место. Сборка кубика 2x2x2. Антон Михайлий. Правильно ударение? Михайлий. Отлично. Ты к нам откуда приехал? Из Мурманска? Ты серьезно? Ребята, это очень далеко. Это очень далеко. Давайте ему еще раз поаплодируем. А на чем ты пытался к нам? На чем? Ни на чем. Ладно, на кубиках, видимо. Ну что ж, вот такая география наших соревнований. Питер, Москва, Мурманск. Это что-то. Ну что, 6x6x6 кубик. Отлично. И третье место в этой
Никита Гамолин. С результатом 2 минуты 43 секунды в третьем времени. Молодец. Ты, кстати, вообще все соревнования молодец был. Я тебя видел. И судил, и помогал, и вообще в целом красиво выглядишь. На, вообще. Отлично. Алексей Тисловский. Второе место. Сборная кубика 6x6x6. Поздравляю. Первое место. Иван Таракашов. С результатом 2 минуты 5 секунд 55 сотых в среднем времени. Сборная кубика 6x6x6. Первое место. Молодец. Я помню времена, когда такое время было мировым рекордом. Мировым. Вот лет 7 назад. Кирилл Кейс, я помню, его ставил. Теперь вот Иван спокойно вообще побивает это время. А, ну что ж, где же наш человек, который делает вид, что фрагментирует? Не хочет больше делать гейм. Может, кто-нибудь его заметит? Но, ребята, действительно, я думаю, как-то некомфортно. Их никто не фотографирует. Вот, отлично, спасибо, Алексей. Другое дело. Ну что, спасибо, ребята. А следующая дисциплина. Сборка кубика 7x7x7. Третье место. Никита Гамолин. Никита Гамолин. Молодец. Собрал. Да, все втроем, ребята, можете возвращаться. Потому что... Второе место — это Алексей Тисловский. Аплодисменты уж немножко хотя бы, давайте. Вы тоже немножко прогоняете, ребята. И первое место — Ваня Таракашов. Прошу тебя сюда, прости меня за неприятность. Но хочется назвать себя иногда и Ваней тоже. Отлично. Это тебе сертификат, молодец. Вставайте, пожалуйста. И Алексей, спасибо большое за то, что ты делаешь для нас. Отлично. Ребята, свободны. Итак, ну что, пирамидка? Нет. Сквайр? Сквайр-шоу, ребят, кстати, у нас ожидалось на наших соревнованиях здесь сквайр-шоу. Это как флайер-шоу, только сквайр-шоу. Но ребята пожалели свои руки, поэтому не получилось. Поехали. Третье место уехало? Уехал в Саратов, кто? Ты? Нет, я буду. Миша, смотри. Алексей Тисловский, второе место, сборка сквайр. Знаете, вот вставай. В школе бывает такое, что когда слишком часто ученик отвечает, ему говорят, можно с места. Вот с тобой то же самое, можешь с места уже там вставать, просто я здесь, если что. Первое место, Эмиль Каримов, поехали. Иди скорее сюда, там впервые. Отлично. Результат 17 секунд, 60 сотых в среднем времени, молодец. Очень сложная головоломка, но при этом ребята справлялись с ней на уровне, как минимум, российском, да? Да, нормально. Спасибо, ребята. Все, продолжаем. Пирамидка. Александр Безногов занял третье место в ней. Молодец. Держи. Алексей Тисловский занял второе место. Можешь с места. Нет, не можешь. Ну и первое место. Павел. Результат 3 секунды, ну практически только 3 секунды в среднем времени, молодец, Павел. По-моему, это очень недавний эмоциональный рекорд какой-то, да? Да, получше, что поехал. Сколько себя помню, скажи, столько вот он и был, да? Все, спасибо, ребята. Ярослав Кулаев тем временем занимает третье место в блоке. Правильно сказал, Кулаев? Отлично. У тебя там плохо слушают, что ли? Могу сказать, да. Это тебе. Конечно же, поздравляю. Второе место — это тоже Саратов? Не знаю, кто. Хорошо. Алексей Тисловский, первое место. Иди скорее к Ярославу. Будете вместе фотографироваться. Тебе сертификат. Кстати, у вас результат, по-моему, почти одинаковый. За сколько вы? 10-12. У него тоже. Ну, практически. Спасибо, ребята. Вы видите, что некоторые участники у нас прям в каждой дисциплине занимают какие-то призовые места, умеют собирать абсолютно все. Это фанатизм, и я это приветствую. Мы все это приветствуем, друзья. Это здорово. Итак, Мария Жиз рядом со мной стоит. Давайте не будешь сама на себя надевать. Держи, помогите, Маша. Да. Отлично. Занимает третье место в сборке кубика Рубика вслепую. Это тебе. Вставай просто сюда. Молодец.
Ну что, Тимур Фролов убежал в туалет или что? Почему нет у меня нет грамоты? Отлично. Второе место. Алексей Кисловский. Сборка кролика-рубика вслепую. 50-99. Вот такое вот время. Это, ну, если менее чем одна минута, то это вообще очень круто. Не только я так считаю, да? Все так считают? Отлично. Первое место. Григорий Алексеев. Я поражаюсь тебе, Гриша. Вот серьезно, дай мне руку, пожалуйста. Это не значит, что всем остальным, кому я писал, я не уважаю. Но просто Григорий, он умеет скоро. 23 секунды? 23 секунды вслепую. Уму непостижимо. Молодец. Молодцы. Алексей Ерыгин занимает третье место в сборке кубика. 8-8-8. Да, у нас тоже была такая дисциплина. Смотрите, Алексей вот сам большой. И большие кубики тоже ему хорошо даются. Это вам, Алексей. Спасибо, что приехали. Надеюсь, что будете приезжать и вновь и вновь. В этой же неофициальной дисциплине второе место занимает Алексей Кисловский. За 9 минут собрал. Головоломку Алексей собрал за 10. Но он за 10, да? Первое место в этой неофициальной дисциплине занимает Иван Таркашов. У него написано 5157. Вот это за нормальное сказание. Вот так вот. Да 5 минут, наверное. Есть? 57 секунд. Все, отлично. 8-8. Я 7-7 собрал больше, чем вот Иван. Вставай, пожалуйста, к ребятам. Вот Алексей, к сожалению, наш фотограф, поэтому давайте вы можете. Да, заменяйте, все, отлично. Отлично. Я уже хотел сам сделать. Спасибо вам, ребята. Спасибо, что приехали. И что пришли в случае Алексея. Но мы продолжаем. У нас была еще одна неофициальная дисциплина, это сборка кубика вслепую, но командная. Называется Team Blindfolded. Михаил Глазов занял мне третье место. Вместе с Павлом Месяцем. Это вот те ребятки, которые, кстати, я в течение дня несколько раз хотел вам что-то поручение какие-то дать, а вы меня убегали. Вы, наверное, тренировались, да? Вслепую собираться в команде. Молодцы. Да, это вам. Отлично. Итак, следующая пара участников. Алексей Кисловский с Алексеем Кисловским. Я не вру, Алексей Кисловский и Алексей Кисловский. Здесь второй я. Или же на второе какое-то. Ну все, уже да, принесли. Иван Таркашов и Алексей Кисловский. Это вот вам. Молодцы, ребята, скандачились. И, видимо, очень даже неплохо собрали. Кто кому задавал-то? Кто кому задавал? Ваня задавал Алексей. Отлично. И это уже следующая дисциплина, поэтому, ребята, знаете, как это можно сделать? Вы оставайтесь тут, и Алексей, вы тоже, пожалуйста, пройдите сюда. Сейчас будет общий вход всех тех, кто участвовал в неофициальных дисциплинах. То есть это Алексей и... Нет, первое место мне не дали. Они уехали. Оставайтесь пока тут. Рейтинг Ю, Артем Куликов. Есть такой? Тоже уехал. Отлично. Ну что ж, тогда сфотографируйте, по крайней мере, вот то, что мы имеем, то, кого, точнее, мы имеем. Ребята, вот нашли время еще и участие в неофициальных дисциплинах. Спасибо им большое и аплодисменты. Здорово повеселили всех. Все, свободное. Спасибо. Итак. Папа, я вас... Что же у нас осталось? Кто знает? Нет, помимо рейтинга. Из официально. И все. 3-3 и все. Быстро. Я думал, награждение это долго. Итак, рейтинг Ю. Рейтинг Ю. Нам нужно второе место, да, я так понимаю? Давай я пока объявлю хотя бы, чтобы мне было с кем разговаривать. Павел Месяцев, второе место. Молодец. Павел, расскажи вот в двух словах, что такое рейтинг Ю? Всем. Это куб, который что? Готов. Ну ладно. Куб, который готов. Отлично. Обычно суп бывает готов, а не куб. Может, ты перепутал что-то? Александр Безнуров первое место, однако, занял в этой дисциплине. Молодец.
Пирамидка из клюв. А, он все существует? Как я оговорился и сказал, привет, клюв. Отлично, спасибо, ребята, что поучаствовали. Можете присаживаться. Что же у нас осталось тогда? Вы что потеряли? Итак, друзья, ни для кого не секрет, что у нас тут присутствует самый юный участник. Давайте мы его позовем. Нестор, Юрий, скорее идем к нам сюда. Мне еще рано, вот здесь вот там любят или слышали ребята, да, положая, да, дама, он вас спрашивает. Пойдем со мной сюда. Нестор, скажи, мы родились в Грице, скажи, ты умеешь собирать кубик Рубика? А сколько тебе лет? Говори, не бойся. Сколько? Скажи, сколько тебе лет? Шесть. И ты умеешь собирать кубик Рубика, да? Молодец, друзья. 6 лет и он умеет собирать кубик Рубика. Это уму непостижимо. Я в 6 лет умел собирать только портфель в садик, наверное, какой-нибудь. Но точно не кубик Рубика. Молодец, место. Давайте, знаете как, родители, выходите к ним, сфотографируйтесь с ребенком. И ты тоже встань по центру. Друзья, отдельное спасибо хочется сказать семейству Ерыгина за то, что они приезжают, за то, что они помогают в организации всех соревнований, всех людей, да и вообще в целом. Итак, кто-то фотографировать должен. Ну, ребята, что за промо, а? Никто не фотографирует. Как люди могут тут стоять вообще не ходить? Я прямо уже начинаю возмущаться. Вот, по крайней мере, так, Мария. Спасибо большое семейству Юрия. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо, что приезжаете. По крайней мере, видео у нас стоит, да, видеозапись. Итак, также у нас был конкурс Инстаграм. Мы видели, что участники активно выкладывали, активно постили какие-то фотографии. Ну и мы решили выбрать. Да, вот, знаете, есть такой датчик ОК. Датчик ОК. Это кто? Датчик ОК. Он так записан. Может, он уехал? Денис Шерифулин. Нет такого, да? Тогда мы выбираем вот этого. Николя Джигур. Джигур. Никола. Это вот этот мальчик, идем к нам сюда. 3 фотографии минуту, да? Что ты нам потерял? Минуту требуй. Иди далее к нам, сюда. Молодец. Давай тоже похлопаем. И если кто-то не видел, ты был на МАИ, да? Молодец. В каком году? В каком году был на МАИ? Молодец. Понравилось? Да стой. Сейчас тебе подарок подарим. Молодец. Если кто-то хочет посмотреть, что было-то, зайдите в Инстаграм и введите YJ-канал. Там вот Никола сделал 3 фотографии. Очень даже прикольно. Молодец. Даю тебе 5. Представьтесь на свое место. Конкурс удался, потому что, на самом деле, постов было от вас прямо вот такое-то очень солидное количество. И очень было приятно, что вы готовы играть в наши игры. Как сказал. Тимур Фролов тем временем занимает 3 место в сборке Рубика. Рубика, классическая сборка. 3 на 3. Молодец, Тимур, вот сюда вставай. Отлично. Второе место. Владимир Федоров. Где же ты? Иди скорее отсюда. 3 на 3. Маша уже озвучивала, в принципе, но все же. Да Маша озвучивала уже все эти МВУ и так далее. Леша Чесловский, где ты? Беги к нам сюда скорее. Первое место занимает Леша Чесловский в блоке Кубка Рубика. 3 на 3. Пожалуйста, вот, да, отлично, уже кто-то фотографирует, очень приятно. Давайте еще раз поаплодируем, все-таки ребята заняли призовые места в нашей любимой головоломке, молодцы. Итак, ну что, мы свободны, ребята, но мы еще нет, потому что у нас есть благодарности, без которых мы не можем никого отпустить. Итак, Никита Жарков. Мы выражаем тебе благодарность за помощь в организации.
ну и, конечно же, головоломку. Спасибо, вставай сюда. У нас будет общее фото со всеми организаторами. Миронова Елизавета, спасибо тебе большое. Лиза, вот она на самом деле очень много помогала не только в день соревнований, но и задолго до соревнований. И, короче говоря, цены ей нет, Лиза. Я не буду перечислять сейчас все твои успехи, которыми ты славишься. Но, в общем говоря, вставай, ты точно заслуживаешь место стоять именно здесь. Итак, Расуль Валитов. Спасибо и тебе тоже. Я же послушаю руку, конечно же. Держи свою благодарность. Занимай свое место. Эмиль Кафар. Тоже. Это, ребята, они не просто волонтеры, они откликались на любой эпизод. Это было действительно очень здорово. Ислам Тагиров. Давай там сюда веселее. Ты что? Ты расстроился, что ли? Что, ты не занял? Да ладно, успеешь еще. Отлично. Итак, Алексей Тисловский. Он успевал не только занимать все топовые места, но еще и помогать в соревнованиях. Спасибо тебе большое. Михаил Архипов. Да. Вот здесь ты сидишь, Михаил Архипов. Итак, это я. Они упомянули меня еще у нас есть. Слушайте, ребята, Иван Прокашов, пожалуйста, выйди к нам тоже. Почему-то ребята не написали благодарность тебе. Но ее, мне кажется, без прикора можно было тебе вручить. Вставай, пожалуйста, сюда. Спасибо еще раз этому человеку. Он сделал эти соревнования, ну, как минимум, правильными, что ли, официальными, давай сама скажешь. На самом деле, немножечко заберу время у Эрика. Спасибо вам огромное за то, что вы помогали по ходу всего чемпионата, помогали выполнять какие-то наши поручения. Ваня, спасибо отдельно за то, что во время моего отсутствия он помогал поведению процесса. В принципе, вы огромные молодцы. Надеюсь, что мы вас не видели. И у вас будет желание будет продолжать молодежную деятельность на других чемпионатах. По Светкуме мы не только в Казани, но и, в принципе, во всей России. Спасибо вам. Ну что, вот теперь, я думаю, можно сделать фотографию. Ну вот в углу, по крайней мере. Давайте мы туда помашем. Спасибо тебе, что ты есть. Отлично. А теперь мы получим фотографию вообще всех делать. Давайте сделаем быстренько общую фотографию вообще всех участников. Это быстро, 2 секунды, быстро. Все, кто участвовал, кто еще здесь остался. Это не быстро. Скорее к нам вот сюда. Встаем. Хотите много сфотографировать? Да, понимаешь, они... Друзья, какой будет результат? Если как-то вот туда... РС-3М. Пулю потерял, не видишь. Ладно, найдем. Я могу сфотографировать. Понял? Все, отлично. Беги вместе с ним прямо туда. Давайте, ребята, все кучнее, скорее. Вот так. Вы тоже, ребята, кучнее. Те, кто повыше назад, те, кто пониже вперед. Скорее. Вот здесь вот какой-то провал. Давай, вот сюда вот сюда вставай. Молодец. Вот. Давайте еще, вот вы, ребята, чуть-чуть подвиньтесь. Чуть-чуть буквально. Ага. Отлично. Все, теперь более-менее смотримся. Маш, ты что, давай сюда, в центр скорее. Давай. Вместе пойдем. Вот сюда сядем. Отлично. Ну что, друзья, давайте мы просто крикнем.
выкрикнем три раза «Ура!». Это все, эти соревнования удалить, ребята. 3-4! Слушай, можно я свое место? Я не могу, я уезжаю. Ты сама уезжаешь, а остальные?